Открытый телеканал представляет. Это проблема всего образования и воспитания. Мы даем детям какое-нибудь, может быть, образование, но воспитание мы не даем. Они выходят из школы каждый день после школы и вообще по окончанию школы. И они звери. О, страшно даже, вы сказали, они звери. Да, конечно, а что? И мы в этом виноваты, оказывается. Конечно. Слушай, если родители все время заняты на работах, а дети в школах и где-то там друг с другом, неизвестно как и что, ты что-то хочешь, чтобы было. Они в смартфонах больше, они больше... Ну вот и что они оттуда получают. Пока человечество не опомнится и не возьмет все это дело в свои руки, под строжайший контроль, что человеку нельзя видеть и слышать все, что ему дают. Он должен воспитываться. А воспитание, оно предусматривает очень серьезное отношение к жизни. Если этого не будет, то, конечно, мы видим, к чему все идет. Даже ученые все отмеряют уже десятками лет существования человечества. Что бы вы сказали детям на месте преподавателя? Давайте разбираться в нашей жизни, в наших отношениях. Как нам сделать так, чтобы... Ну, мы, ладно, уже старики, а вот следующее поколение, вы, какими вы должны быть, чтобы сделать жизнь доброй, хорошей, уверенной, безопасной и так далее? Как нам поступить? Как нам вырастить таких людей? И надо об этом рассуждать, надо думать, потому что главная наша задача – это вырастить человека. А не математика, и не физика, и никого-то там другого. Ну, не просто их будет разжалобить так, знаете? Нет, они не должны быть разжалобны. Они должны все-таки немножечко осознать, что мир, к которому все катится, он мир нечеловеческий, жестокий, механистический и очень неприятный и непригодный для существования. И они поймут это, да, если с ними поговорить? Я думаю, что да.